Доброе утро, мои дорогие. Звала Сашу поздороваться. Не может, у парня дела. Ну, никак носок не одевается. Никак. Вот не хочет носок одеваться, и все. Да, вот такие вот проблемы. А что делать-то? Вот такая вот красота. Ну что, мои солнышки-рыбоньки, птички-зайчики, погода та же самая. Неделю уже. Я уже прям, ну просто, надоел этот холод. Отопление в доме включено. Ну, как это? Июнь месяц. И вчера так вечером Саша уснул. Не 7 и не 9, как уже было. Ну, что-то видно. Но все равно, вот они, тучи, вот оно, не пойми что. Вот, Саня вчера уснул. Я там посмотрела такое чего на Ютубе. Кое-кого. Вот. И с Украины просто случайно попалась. Там женщина говорит, а у нас 10 градусов. Что это такое, что это за лето? Так что... Видимо, везде. Не у одних у нас так холодно. Вот. Ну, ладно. Доброе утро, девочки. Вместо Сашки вам говорю. Пойду помогать с носком. Очень тяжело. Очень тяжело. Мы приучаемся одеваться. Тяжело. Я говорю, ну, надо же. Зато Константа вот написала мне из Якутии, у них плюс 28. Ну, это что такое? Нет, ну, правда. В Якутии плюс 28. В Крыму холод. Отопление включено. Что, все, меняются полюса? До того засрали планету, что уже непонятно, что творится. Куда в отпуск ехать? В Крым или в Якутию. Вот так вот. Ой. А у меня сегодня распустится аленький цветочек. Вот. Сегодня буду красить. А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет. Видите, что творится? Вот теперь, пока все это не опадет, холодно. Правда, как будто снег идет. Ну, как у нас дела? Так. А что это пятка-то у нас на боку? Улыбается. Простите, постель у нас еще не убрана. Это бабушка вещи чистые тоже поскладывала, пока он спал. Сейчас уберусь. Ну, что, снимай. Носок надо повернуть. Подожди. Подожди. Сейчас я тебе... Саш, это должно быть на пятке, Саш. Чего? Ну, а так долго одевал. Ой. Так, сейчас, ладно, оденемся. Все. Все завалено. Ой, а сколько еще упадет? Я сейчас почему и не убираю? Ветер дует сильный, все это летит и летит и летит. Вот потеплеет, подсохнет, тогда буду это все подметать. Бодрое утро, девочки! Вот, видите, у бабушки все кругом, коробки, бусины, все тут, ой, везде, девчонки, это ужас какой-то. Посмотрите, что творится. Не прошло и 15 минут, как парень обулся. Сад! Тут что это такое-то? Давай снимай. Снимай. Ой.
Тяжело, тяжело. Третьего мультика. Подожди, мультиков. Каких мультиков? Не завтракал, не умывался, зубы не чистил. Давай, разувайся и опять по новой все. Давай. Давай. А как правильно делать? Наоборот. Что ж ты не видишь, что неправильно сошёл? Ну, ты видишь, ноги-то у тебя куда смотрят-то? Да сядь-то вон на лавочку-то. Садись. Садись, садись. Разувайся. Давай. Полез наверх, а внизу нет, нельзя. Ну, снимай. Вон у меня тут, видите, и шляпы сохнут около батареи. Ой, короче, не дома, а мастерская. Так, снял, давай другую снимай. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эту одевай на эту ногу. Давай, давай. Ну, тебе ж так на эту, Саш. Ну, что ты, Господи. Вот он в чем-то очень сообразительный, очень развитой парень для своих лет. А в чем-то как трехлетний обыкновенный ребенок. И ничего с этим не поделаешь. Ну, давай, давай. Ой, Господи. Вот это как тяжело-то. На, давай, все, обувайся. Я пойду тебе завтрак готовить. У меня свободное время. Час дня. Маленького спать положила. А большие еще и не просыпались. Действительно, а что делать в такую погоду? Сейчас вот опять польет на голову. Розочек уже пол ведра обрезала. Еще надо, он там уже. Вот, а я вам хочу тут похвалиться. Я тут понаделала из этих бусин перламутровых таких летних украшений и прям дорвалась, не могу оторваться. Я чувствую, пока все не переделаю. Никогда, я говорю, мне не попадались вот такие. Такие кольца с отверстиями. И вот так можно, и так можно. Можно просто вот так. Можно бусинки вставлять. Ну, в общем, прям... Ой. Напишите мне вообще, как. Мне нравится, я не знаю. Может быть, не каждая женщина оденет такие. Но вот летом, да на загорелой коже. Ой, мне кажется, это будет просто бомба. Вот такое. А его можно как угодно носить. Оно без застежки и, в общем, вот такое вот. Вот. Прям вот правда, девчонки, что-то так, так интересно мне это стало. Сижу себе. Ну чего, ты почистил зубы? Почистил. Молодец. А умылся? Саш, умылся? Да, он так умывается, надо идти умывать. Он умывается, один рот моет. Сейчас еще покажу. Вот такое с подвеской. Ну, оно на нормальной женщине будет по-другому смотреться. Но оно будет вот так пошире. Вот. И вот такое вот двойное. Вот, девочки, напишите, мои хорошие, может быть, много этого? Может, вот так? Я его сделала из двух. Знаю, я люблю такое яркое. Мне прям... Эх! Зажигай, называется. А, сейчас еще серьги покажу. А еще и серьги. Да, сейчас, Саш. Так, и вот такие вот серьги еще. Так что, лапуськи мои, жду ваших комментариев. Еще остался у меня синего
синего, бледно-голубого, но их немного, я не знаю, наверное, не получится, наверное, не хватит. А так бы я сейчас села бы и сделала. Хотя можно какие-то голубенькие бусинки добавить. Ну ладно, посмотрю. Ну, в общем, вот такая вот летняя коллекция, скажем так. Вчера Людмила Викторовна прилетела с Кубы. Прислала мне закат на океане. Сейчас я вам покажу. Красота неимоверная. Маки крупные, прям крупные. Кто, мой дорогой? Чего? Кого нет? Кого нет, Саш? А, улиток? Дай шапочку тебе на ухо одену. Так, повернись. А то говорят, пишут мне, что я вас мало показываю. Вот, вот, видите? Вот. У нас бабочка вот. Black Windows. Вот. Вот они, 12-летние. Вот, видали, как его ломает? Кого? Тебя. Кого еще? Сашу. Тучи, тучи. Когда же это кончится? От тучи, да. Да, Саш. День, да. Надоело, да, скажи, погода такая. Надоело. Погода. О, погода. Так очень. Ой. Какие окна грязные у автобуса. Выход, конечно, а как же? Саша, самый главный выход. Выход. С дверем. С дверем. Ты что, попеть решил? Такая женщина говорливая, она меня прям заговорила на остановке. Это нельзя. Что нельзя? Да, на роликах нельзя, с мороженым, с напитками, курить нельзя. Приехали в путь. Что ты говоришь? Что это пакеты? Действительно, что это за пакеты? Ну что в пакетах? Продукты, чего? Это пакеты.
Надежать сам. Он тяжелый, Саша. Ждем Толика. Автобуса назад уже не будет. Цены стали просто 2000 рублей. Чего купили? Ничего. Ура! Ура! Самый сильный. Она вроде звонила. Я верю, не принято вызова. Только я толком и не понял. Вот я сейчас начал смотреть, в него не могу разобраться. Как она там? То получается, что-то не получается. Когда эта погода кончится? Живем с отоплением в июне месяце в Крыму. Ой, не могу. Какие-то с Урала приехали. Говорит, холодно, ты нос переносил, холодно. Вот я на камин поставил. Да как куда пойдешь в такую погоду? И мы сидим. Едем бабушки в Крым. Мы домой едем. Ой, ну что, покрасила аленький цветочек. Ну вот не хватило вот это все белое закрасить. Краски не хватило. Вот еще подмазать надо. И вот ходишь. Вроде все смотрела, нет. Все равно найдешь чего-нибудь. Брак какой-нибудь в работе. Ой, так вот это долго. Вот я так это муторно. Вот этой кисточкой лазить. Большой, потом маленькой во все эти закоулки. Ой. Ну а что делать-то? Надо докрасить. Мне еще надо снеговика дорисовать. Ой, не могу. Вот девчонки, а. Охота пуще неволи, не зря говорят. Вот. Я посажу в этот горшок помидоры. У меня выросли же уже. Это мне там писали, ничего не вырастет. Да, что-то не взошло, что-то пожрали улитки, слизни. Цветов много, что-то не выросла. Вот. А так... сейчас я вам покажу. Вот из 6 штук 2 огурца, конечно, только, но уже растут. Тут быстро. Лишь бы не сожрал никто. Вот мне интересно, у меня на перстянках взошла много, но не растет почему-то. Давно она вот в таком состоянии. Не знаю, что с ней делать. Подскажите, пожалуйста. Подсолнухи все пожрали. А может, не взошли просто, не знаю. Дыня ни одна не взошла. Арбузы 2, вон, видите, уже объеденные все. Ну как вот я вырасту? Как? Если вот сидят и жрут. Вот кобея у меня, смотрите, как... пошла хорошо, но только вот в этом, в детской игрушке. Чего-то я больше не вижу, чтобы где-то взошла и росла. А это маленькая, конечно, емкость для нее. Ну ладно, пусть растет. Спасибо, мои хорошие, подсказали мне, как она называется. Кобея. Это я запомнила. Кобель, ну а это кобея, как женского рода. Ну, вроде как завтра обещают получше температуру, ну, погоду, и вроде дождя не будет. Ой, прям так хочется тепла. Правда, надоело. Практически неделю вот это вот такая погода. А вот видите, сколько я за день успеваю вам показать всего. Понемножку, без... Ой, ракушку повезли. Это самое... Без вот этого, без воды. Как вот многие блогеры любят. Ля-л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 я. Одно и то же. А я по чуть-чуть там
прям понемножку по времени. А вон сколько я за день успеваю. Вот, а еще ж не вечер. Ну, заката, наверное, сегодня, конечно, не будет. Хотя вон там вроде светлеет. Ой. Ну, посмотрим, ладно. Будет закат, так сниму. Ой, акации, гляньте, уже сколько опало цветочков и сколько еще есть. Вон они тут, осы вьются или пчелы. Я вот не понимаю. Вот кто знает, как отличаются осы от пчел? Для меня они как-то одинаковые, наверное, все. А может, есть разница какая-то? Вот она вроде вон как высасывает нектар. Ну и осы, наверное, то же самое, да? Напишите, если кто знает. А то живу 65 лет почти, не знаю, как отличаются пчелы от ос. Ну, невозможно же все знать. Конечно. Ненадолго посветлело на улице. Что вам хочу сказать, мои дорогие, спасибо вам огромное. В Инстаграме набралось 200 подписчиков. В понедельник или во вторник будет розыгрыш 3 украшений. Так что те, кто не подписаны на Инстаграм, ссылка ниже видео. Подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. Для этого вам надо только быть подписанными. Так что приглашаю вас всех на розыгрыш. И еще раз спасибо, мои дорогие. А у меня готов снеговичок из цемента. Вот такой вот получился. Ну, так как он будет стоять на улице, я с него шапочку эту сниму, конечно, и одену. А просто вот такой колпачок от спрея, от краски. Что-то потом только додумалась, что можно было, пока мокрый цемент, засунуть веточки сюда. Ну, ладно, потом еще одного сделаю. Вот видите, аленький цветочек мой досыхает. Цвет, конечно, краски кошмарный, но я потом сверху с краской спрей побрызгаю зеленый. Будет нормально. Ой, эти два подростка, это, конечно, что-то с чем-то. Спят до 2 часов дня. Просыпаются, идут есть на кухню. Саша уже спит в это время. Ой, говори, не говори. Рты не закрываются, спать они ему не дают, он просыпается, потом скандалит весь вечер. Ну, я не знаю, хочется прям дать по башке, может, хоть так дойдет, но не могу. Слов не понимают. Ужас какой-то. Вот, смотрите, уже вишенки какие. Ладно, мои зайки. Надеюсь, что завтра потеплеет, обещают. Будет повеселей. А то прям, ну, надоела такая погода. Бассейн стоит. Одичал уже один. Расцветают. Ой. Сорняки прут везде после дождей, просто со страшной силой. Ладно, мои зайки, давайте я с вами попрощаюсь. Заката все равно не будет. Вот. А мне сейчас надо заниматься делами вплотную. Давайте, пусть у вас все будет хорошо. Не болейте, не грустите. Ну, а мы с вами еще увидимся. Хорошего вам вечера, спокойной ночи и всего-всего самого хорошего.
Пока-пока, мои дорогие.